Уже 20 лет работает на заводе «Прогресс». Трудяга, замечательные специалисты, семьянин, считают коллеги. Именно в номинации «Глава семьи» Александра Медведкова выдвинули на конкурс «Мужчина года». Медведковы вырастили своих троих детей. Решили, любви хватит и на чужих. Полгода назад взяли из детского дома сразу двух маленьких девочек. Все заботы на жене, она умница, скромно рассказывает кормилец очень большой и дружной семьи. Почему, я тоже не знаю, детей бросают? У каждого ребенка должна быть семья. Мама, папа, кто-то заботился о них. Премию «Мужчина года» в Самаре вручают впервые инициаторами. Чествовать лучших профессионалов, защитников, общественников, благотворителей стали прекрасные дамы. Союз женщин при поддержке администрации Самары, городской думы и профсоюзов. Давайте вспомним, что первым на Земле появился человек – мужчина. Первый в космосе был мужчина. И в наше время с нами рядом живут замечательные мужчины, достойные люди во всех отраслях сферы и промышленности. Сегодня мы с вами говорим о мужчинах, которые достигли огромных высот, которые каждый день трудятся на благо нашего родного города Самары. Мы ценим ваш профессионализм, мы ценим ваш сильный, иногда стальной характер. Больше всего в этом году победителей в номинации «Мужчина-профессионал». 9 человек оказались лучшими в профессии. Врачи, конструкторы, учителя и артисты. Для Станислава Платошина дело всей жизни – помогать людям. За травматолога с 43-летним стажем болели не только коллеги, но и тысячи пациентов. Радость – это иметь возможность помочь людям. Когда ты видишь, допустим, там, у нас ведь травматология, когда видишь, скажем, разможженную кисть, там, оторванную конечность и так далее, и потом ты своими руками все это приводишь в порядок, собираешь и добиваешься того, чтобы человек потом смог работать на своем прежнем месте, вот это самая большая радость. В Союзе женщин Самары намерены чествовать настоящих мужчин каждый год, а количество номинантов будет только увеличиваться. Марина Кравцова, Константин Головин. События.